Добрый вечер, дорогие подписчики. Вот, сегодня вечер, 7 ноября. Скучно. Решила сделать тыквенный мармелад. Сразу скажу, делаю впервые. Но самое интересное, что получится. Итак, нам понадобится тыквенное пюре 400 грамм. Вот оно у меня. Цедра одного апельсинчика. 60 грамм сахара. Ну, нужен кокосовый сахар, но так как, увы, у нас его нет, то я заменила таким. Ванильки чайную ложечку добавлю и 10 грамм агар-агара. Все это сейчас я смешаю по порядку в ковшике. Вот у меня ковшик. Вначале добавляется тыквенное пюре в ковшик. Добавляется цедра апельсина. Добавляется сахар. И добавляется ванилька. Все это перемасюкиваю я. Сейчас поставлю на огонь прогреть немножко. Вот, поставила на плиту, на огонь. Сейчас доведу до кипения. Прокипячу минуточку. Потом, как только закипит, прокипит минутку, я добавлю агар-агар. Потом вам дальше расскажу. Вот мы прогрели пюре. Хорошо. И теперь сюда добавляем агар-агар, друзья, да, чтобы получить качественное, хоть зефир, хоть мармелад, хоть что, агар-агар нужен только силой 900, а то и выше. Так что смотрите, будьте внимательны. Вот, выливаю агар-агар. Перемусякиваем. Ну, мне немножко неудобно. Вот, мы прогрели с агар-агаром. Уже вот такая густота. Теперь выключаем и разложу по формам. Вот, из 400 граммов пюре тыквенного вышло вот столько у меня мармелада, надеюсь. Но быстро уже агар-агар схватывает. Сейчас в холодильник отправлю. Но нет у меня маленьких формочек. Вот залила такие в кексовые. Какая разница, лишь бы вкусно было. Так что, что имею сказать. Всем приятного аппетита. Результат засниму. Вот, друзья, тыквенный мармеладик готов. Проверим, как он будет выходить. Ну, вы знаете, здорово. Вот, смотрите, какая красота. На вкус еще не знаю. Но прикольно. Вот. На Новый год прямо игрушки. Сапог. Елочка. И выходит хорошо. Только я поспешила, наверное. Звездочка отломалась. Ну да, когда мелкие детальки будут, оно, наверное, проще. Снежинка какая. Боже. Ой, а запах какой просто сногсшибательный. Вот, ну просто как пряники прямо. Красиво. Вот, снеговичок какой. Вообще обалдеть. Ну и сердечки. Вот так вот, понимаем. Конечно, когда будут мелкие детальки, наверное, лучше будет. Красивее.
Ну вот такие. Ну вот, получились такие вот мармеладинки. Единственное, что вот елочку, звездочка немножко оторвалась. Даже не знаю, присыпать их пудрой сахарной. Но сейчас присыплю слегка. Красиво. Посыпала сахарной пудрой, но она растаяла. Вот такие вот получились красотени, мармеладки. Ну что ж, давайте посмотрим, какая она, мармеладка на вкус. Ну, скажу вам, красиво. Правда, вкусно. Сахара вообще минимум. Вкусняшка. Полезно, очень полезно. Надо внукам сделать. Надеюсь, понравится им. Правда, вкусно. Вот они, мармеладинки из тыквы. Вы посмотрите, какая красота. На улице еще солнца нет, но все равно вот вышло прямо заснять, потому что ну такое солнечное, да, прямо аж настроение. Вот такие мармелады из тыквы. Приятного аппетита, да, лягушенька моя царь.